А вот, офигеть, вот это я понимаю, мощный лазер, бабах, отлично уничтожен, и да, о, ес, офигеть, блин, это кто такой огроменный новый босс, что это вообще? Ребятушки, всем здорова, с вами как всегда Артимен, и мы в игре Tank Combat War Battle, ребятушки, и здесь вышло недавно обновление, в котором добавили еще один новый, ребятушки, легендарный, лимитированный танк, который называется Venomlet. Вот он перед вами на ваших экранах, он выглядит просто сумасшедше, просто непонятно как. Я не знаю вообще, ребятушки, что делает этот танчик, стоит он 3000 гемов, ребятки, и прямо сейчас мы его с вами купим и испытаем во всех боях, прокачаем на максимальный уровень и эволюционируем его на максимальную стадию. Ты перед началом подпишись, поставь лайкосик. 3, 2, 1. Погнали. Итак, ребятушки, я его купил. Ну что, давайте прокачивать про просто до максимального левела. Так, ребятки, здесь у танчиков, чем он круче, тем больше у него можно прокачать левел. Так, давай, давай, вперед. Жесть, ребята, уже 80-й. Так, 90-й уровень. И давай, 100-й. 100-й уровень, танк Venomlet 100-го уровня, ребятушки. И также давайте его, конечно, возьмем сейчас с вами, эволюционируем. Он у нас станет еще красивее, еще лучше. О, да, отлично. И да, да, ребятушки, последняя стадия эволюции Venomlet. Вот так вот он выглядит. 17 тысяч у него хп, 40 тысяч дамага. Это просто что-то сногсшибательное, ребятушки. Новый танчик Venomlet. Ну что, давайте отправимся на нем сражаться, ребятушки, в бои. Посмотрим, насколько он крут. Итак, схватка начинается, ребятки. Так, ну что, а, вот, вот, подождите, чем он стреляет? Он стреляет ракетами. Опа, на что это такое, ребятки? Да ладно, он стреляет ракетами, подождите-ка. Подождите, а что тогда делает его основная пушка? А, вот, офигеть. Вот это я понимаю. Мощный лазер, вы смотрите-ка. То есть он стреляет ракетами, ты ими управляешь. Вверх или вниз, вот так можно стрелять. Отлично, а главное его орудие. Это самое мощное орудие. Это вот этот лазерный большой, я не знаю. Какая-то огромная лазерная пушка. Плюс сзади летает какой-то дрон-помощник. И смотрите-ка, дрон-помощник. Да, дрон-помощник тоже атакует. Смотрите-ка, офигеть. То есть у него тройная атака. По сути, у этого танка просто тройная атака. Ну что, давайте посмотрим. Ладно, погнали. Блин, это очень мощный танк. Вы просто прикиньте, насколько он крут. Он стреляет этими ракетами, которые просто тут всех ваншотят без разбора и без проблем. Так, ребятки, и конечно у него есть вот этот лазер. Офигеть, какой он мощный. Ребят, реально очень мощный. Очень мощный танк, блин, выглядит еще так сумасшедше, просто нереально круто, блин, мне нравится, просто все противники, которые мне попадаются, я их побеждаю моментально, ребятки, вот так, бабах, и все, блин, лазер очень крутой, блин, этот танк что-то очень быстрый, вы смотрите, как он гоняет, он просто разгоняется порой, очень быстро, и да, мы прошли этот левел, и мы двигаемся дальше, итак, что же у нас здесь будет, погнали, погнали, просто сейчас будем всех здесь побеждать, так, ребятки, Venomlet, танчила, и сейчас мы его затестируем. Блин, офигеть, там огромный противник был. Блин, этот танк почему-то реально очень сильно гоняет. Вы смотрите, какой он гонщик. Жесть. Офигеть, блин, давай. О, yes, отлично. Даже он обгоняет собственные ракеты. Ребята, смотрите, какой забавный танк. Игра, если честно, сделана реально очень круто. Разработчики прям постарались. Здесь очень интересные танки. Тут, блин, вот такие вот танки с такими крутыми лазерными атаками. Блин, очень круто. Мы, кстати, открыли с вами режим выживания. Но теперь давайте пойдем сразимся с вами в следующий уровень. И здесь нас уже с вами будет ждать босяра. Босяра, которого надо будет победить. Так, ну что, давайте. Давайте. Мы готовы на новом танчили Venomlet. Бах! Блин, жесть, ребятушки. Очень крутой танк. Я вообще не знаю, на кого он вообще похож. Кто такой Venomlet, ребятушки? Если вы знаете, напишите. Потому что я не знаю, кто это. Но, блин, гоняет он просто как сумасшедший. Вы смотрите, какой он быстрый. Даже дрон. Где вообще дрон? Он от меня отстал, ребята. Он так быстро не умеет, походу, летать. Он реально от меня пытается догнать, но я от него, похоже, уезжаю. Видимо, так обстоят дела. Так, все отлично, победили. Так, где дрон? А где дрон? Он же должен быть. Блин, там танчик противника застрял. Бабах, и мы его победили. Отлично, и у нас бой с боссом. Прямо сейчас начинается бой с боссом. Я не знаю, что это за босс, но я чувствую, что мы его с вами победим просто вот так. Блин, реально очень быстрая, просто молниеносная победа на этом танке. Очень круто, мне, ребята, нравится. Реально нравится этот танчило. Ну что, давайте с вами сразимся против босса КВ-6 младший. Или как он там называется? Ну, это если в Геранте смотреть. А тут я не знаю, как называется танчик. Короче, какая-то КВ-шка. Давайте сразимся на Venomlet'е против него и посмотрим, что из этого у нас получится. Танк-то крутой, блин, мощный очень. Я даже не знаю, ну, ребят, я не знаю, у меня нет пока здесь такого мощного босса, с которого мне бы было сложно побеждать. Я тут всех побеждаю очень быстро. Надо пройти как минимум кучу уровней, видимо, чтобы противники стали сильнее и мощнее.
сложнее, и вот этим мы займемся. Так, ну что, где дрон? Опять я, блин, гоняю по всей карте, как сумасшедший, а дрон меня где-то догоняет сзади. Так, подождите, как... А вот он, догнал меня дрон, а то он что-то очень долго летит. Отлично, все, побеждаем. И босс! Бой с боссом прямо сейчас. Вот она, это КВшка. Ну, наверное, это какой-то КВ. КВ-6, КВ... Ну, не КВ-5, ну, КВ-6 уж точно. Так, ну что, давайте просто его нашим мощным лазером... Босс! Ребята, просто за секунду его побеждаю. Просто за секунду. Это же нереально офигенно. Если честно, очень круто. Ну что, давайте сразимся еще против одного босса. Похож он, кстати, на какую-то пантеру, немецкий танк. Так, и у нас, кстати, ночная карта здесь. Отлично, хорошо, мы будем и на ночной карте здесь всех без проблем побеждать. Просто затащим максимально круто. Опа-на. Давай атакуем, иду. О, отлично, просто у него лазер нереально мощный. Блин, но я теперь понимаю, почему это самый крутой, видимо, и самый мощный по дамагу танк в игре, потому что его вот эта лазерная пушка наносит гигантский урон. Плюс еще и по 3 ракеты каждую секунду он наносит урона. Блин, ну это очень много, танк, конечно, реально крутой. Да, отлично, блин, а так, побеждаем. Тут просто всех без проблем. Так, ну что, бой с боссом. Бой снова у нас начинается с вами с боссом. Ну что, давайте его будем побеждать. Так, вот она, этот босяра. Итак, ребятушки, дрон, кстати, подождите, а я могу вообще не стрелять. Смотрите-ка, я могу подъехать, а дрон его вообще сам уничтожит. А ну-ка, да, смотрите-ка, дрон уничтожает его с 4 выстрелов. 4 выстрела дрона, мои выстрелы даже не потребовались, и танк противника уничтожен. Вот так вот это интересно работает, поэтому погнали проходить дальше, ребята, эти уровни интересненькие, замечательные. На этом танчили Венумлет, опа-на, атакуем, блин, тут смотрите, иногда враги такие огромные попадаются, но их так легко побеждать. Ну понятно, я же прокачал его на 100 уровень самого, ребята, начала, это ж просто жесть. Ну 100 уровень Венумлет, вы просто прикиньте, насколько это мощный танк, это просто, походу, нереально мощный дикий танк, блин, он еще гоняет так. Так, а что остановились, давай едем вперед. Блин, офигенный танк, ребята, ну просто идеально прорисованный, анимация и все, вообще разработчики в этой игре реально постарались. Правда, не хватает звуков там при появлении босса, например, а то просто тут только звуки выстрелов есть и все. Так, ну а мы с вами сражаемся дальше на этом танчили новом Венумлетик. Блин, у него еще какой-то единорог или клинок во лбу, из лба торчит из его лица, не знаю, как это назвать, ребятки. Короче, интересный, конечно, танчило, мощнявый, просто жесть. Реально очень мощные его ракеты, мощные, плюс дрон, плюс вот эта вот атака, блин, это очень мощно. Мне нужен какой-то сильный босс, против которого мне будет сложно воевать. Но походу этому танку вообще не сложно воевать, ни против какого босса, он вообще, он очень сильный, ребят. Вы это сами видите, насколько он крут и силен. Давай побеждаем, блин, так, мои ракеты, отлично, направляем их. Так, ребятки, и давай, да, еще один противник остался на этом уровне у нас, давайте побеждаем. Вот он, последний враг, да, ребята, мы его прошли, и мы переходим прямо сейчас с вами на следующий уровень, где будет сражение с новым босярой, новый босс против этого Венумлета. Так, ну что, давайте. Бабах, отлично, уничтожен. И да, о, ес, офигеть, блин, какой же он мощный, офигенный, просто танчило, мне очень нравится. Так, да, мы справились, замечательно, круто, так, двигаемся дальше, отлично, давай, бух, и с этим тоже справились, да, супер, и ес, опять он гоняет, как сумасшедший, вы просто смотрите на него, откуда у него такая скорость, я вообще не понимаю, ребят, просто этому танку накрутили кучу скорости. Так, побеждаем, отлично, и бой с боссом, бой с боссом, босс у нас, это кто вообще? Это похоже на мортиру Карла, если честно. Похоже на Карла, ну посмотрим, кто это, я не знаю, давайте его просто вот так, чпуньк, да, я его быстро побеждаю. Опять же, тут просто все боссы, какие бы ни были, я их побеждаю очень быстро и без проблем. Ну что, давайте с вами отправимся в мод выживания на этом Венумлетике и посмотрим, что из этого выйдет. Итак, ребятушки, тащим на танке Венумлет режим выживания. Оба-на, ну просто, вы смотрите, как он тут всех разносит. Блин, тут всякие различные враги. Тут, походу, надо так же, как Hills of Steel, сражаться на максимальный рекорд. Но, блин, да я тут всех побеждаю. Вы просто гляньте, насколько я сильный. Опа-на, смотрите-ка, тут уже враги. Кстати, да, здесь враги же тоже, как Hills of Steel, становятся с каждым разом мощнее и мощнее. Смотрите-ка, у них увеличивается урон и увеличивается хпшки. Я некоторых не с одного раза уничтожаю, между прочим. Но, благо, у меня мощнейший, просто дичайший, мощный танк на Венумлете. Этот Венумлет, мы сейчас на нем, конечно, попробуем тут просто всех молниеносно раскрошить. На! О, ес, блин, ребята, крутой танк. Вы просто гляньте, какая у него мощная атака, мощная пушка. Выглядит он тоже очень круто и мощно. Мне реально нравится этот новый танчило. Так, и алло, на, получай.
лучей. Блин, что-то они это... Бля, что я застреваю постоянно? Блин, смотрите-ка, они с каждым разом становятся сильнее и наносят мне больше и больше урона. У меня уже половина жизни осталась. Ё-моё, реально, блин, здесь реально самое настоящее выживание. Надо прям постараться, чтобы здесь выжить, походу, в этом режиме, потому что здесь реально сложновато. Бум, опа-на, опа-на. Так, не убиваем уже с первого выстрела. Вообще далеко не с первого выстрела. Но Винумлет, как вы видите, отлично держится. Просто отличный, крутой танк. Даже если боты становятся враги очень сильными, он все равно их побеждает. Просто крошит, я не знаю, как салат, да. Блин, ну вы сами видите, как он круто атакует, всех тут побеждает. Да, танки становятся, конечно, сильнее противника, но он всех просто разносит, любого противника. Так, ну что, Винумлетик, у нас еще остался, это, ребятки, почти мы дошли до нового босса, почти дошли, очередной новый боссяра, блин, я не знаю, сколько они добавили боссов в эту игру, но это явно круто, здесь постоянно какие-то новые противники, какие-то новые боссы, и смотрите, Винумлет просто разносит, блин, он крут, он реально крут, офигенный танчила, так, двигаемся, бах, о, ес, его эта лазерная пушка просто нереально крутая, напоминает мне, ребята, лазерную призму, призма такое оружие. У мага из террарии, да, вот это очень круто. Так, и у нас, ребятушки, бой с боссом. Смотрите-ка, у нас сменилась карта на какие-то джунгли. Это, видимо, джунгли, да? Ну да, скорее всего, это джунгли. Итак, здесь у нас будет проходить сражение с новым боссом. Винумлет против нового боссяры. Давайте посмотрим, чем это у нас закончится. Опа, есть, побеждаем мы здесь всех просто. Круто, молниеносно. Итак, ребят, да, здесь, конечно, нужно уничтожить определенное количество врагов. Мы это делаем. Здесь всего 10 противников. 10-й противник — это боссяра. Надо про это не забывать. Главное, так, отлично, двигаемся. Сейчас мы их тут всех просто бум. Опа, ес, победили, и бой с боссом. Новый, ребятушки, босс. Вы просто посмотрите, как он выглядит. Это что за боссяра? Офигеть, это кто такой вообще, ребята? Блин, ну мне кажется, меня сейчас его дрон победит. Это кто такой огроменный новый босс? Что это вообще такое? Жесть! Его победил просто дрон. Я даже ничего не делал. Блин, ну конечно, Винумлет очень мощный танк. Итак, ребятушки, вот такой вот новый легендарный танчик Винумлет. Очень крутой танк, просто офигенный, мне очень понравилось. 100 уровень, нереально мощно, ребята, на нем определенно можно ставить рекорды, с чем мы обязательно с вами займемся в этой игре. А также я сделаю обязательно обзорчик и на другие танки этой игры. Ну а ты, если тебе понравился этот ролик, посмотри предыдущий ролик про эту игру, где я снимал новый легендарный танк Pump Shatter. С вами был Артмен, всем до новых встреч, всем пока-пока.